Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас 26 августа, 23 год. Вот это видео, скорее всего, выйдет завтра, 27 августа. Итак, что мы сегодня сделаем? Сегодня мы пройдем с вами по вторинку «Зеленый угол», посмотрим, сколько стоят вот эти вот автомобили, и сделаем с вами сравнение, сколько машина стоит здесь и сколько такой же автомобиль стоит привезти с аукциона Японии. Итак, ребят, какие услуги мы предоставляем? Что мы можем вам предложить? Смотрите, вы приезжаете, мы с вами встречаемся на вот этом вот огромном авторынке «Зеленый угол». На такую услугу нужно записываться заранее. Идем по рынку. Вот хотите себе филдера? Выбираем самого лучшего филдера. Не хотите филдера? Хотите себе вот... О, ну еще одного. Еще одного филдера. Короче говоря, при встрече мы вам помогаем определиться с автомобилем. Нет такого, что мы будем искать, он только вот филдер. Не нашли филдер, либо посидели, посмотрели, что-то вас не устроило, без проблем, переключились с вами на спайка. На такую услугу обязательно записывайте заранее, после того, как автомобиль вам находим, идет дальнейшее сопровождение, замена масел, фильтров, в общем, идет подготовка автомобиля к дороге. Есть такие люди, да, которые не могут приехать во Владивосток. Ребят, есть такая услуга — подбор автомобиля без вас. То есть, опять же, что это такое? Хотите себе Виша? Раз Виш, два Виш. И вы хотите себе Toyota CHR, связывайтесь со мной, мы с вами обговариваем условия поиска, ищем автомобиль без вас, с полным сопровождением. То есть, в принципе, вам делать ничего не нужно. Вот, получите автомобиль, как говорится, дома, сидя на диване. Средние сроки поиска такого автомобиля, вот именно под ключ, да, когда вы не приезжаете, в среднем это 3-5 дней. Давайте с вами подобьем итоги. В итоге, чем мы занимаемся, да? Первое, мы можем привезти вам автомобиль с аукционов Японии, можем привезти автомобиль с аукционов Кореи. Дальше, вы можете заказать поиск автомобиля под ключ, вы можете приехать, мы вместе с вами выберем автомобиль на авторынке «Зеленый угол». Вот. Также вы можете заказать поиск автомобиля без вашего участия. Выберем автомобиль без вас, полностью все сопроводим, получите фото, видеоотчет, получите рекомендации, все проверим, вам автомобиль отправим. Итак, ребят, сегодня... Напоминаю, да, ходим по рынку, смотрим, сравниваем цены, сколько машины стоят здесь и сколько будет стоить привезти такие же автомобили с аукционов Японии. Итак, давайте же посмотрим, что мы с вами имеем. А имеем мы с вами Honda Fit, GL комплектация, 70 тысяч пробег, подогрев сидений, это хорошая комплектация с подогревами. Автомобиль без пробега, 2019 года выпуска, стоимость автомобиля 1 миллион 445 тысяч рублей. GL, это хорошая комплектация. Автомобиль этот санкционный. Вот, привезти машину можно, но, скажем так, опасно и очень-очень долго. Вот такую вот цену мы имеем на сегодняшний день. Кстати, здесь лежит аукционный лист Honda. Кузовщина вся идет целенькая. ПТС-ка выдана еще в июле месяце, поэтому такую машину можно приобрести без проблем, ребят. Рядом у нас стоит еще один Fit, это уже свежий кузов. Пробег 31 тысяча, 20-й год, 8 подушек безопасности. Короче, есть все. Стоимость автомобиля 1 миллион 615 тысяч рублей. 4,5 балла. Значит, ПТС-очка у нас идет от июня месяца. То есть автомобиль тоже смело можно приобретать. Пробег на автомобиле 31 тысяча. И вот сейчас давайте посмотрим, сейчас на ваших экранах появится, сколько будет стоить привезти такой же автомобиль с аукциона Японии, сколько он будет стоить. Итак, еще раз посмотрим на аукционный лист. 4,5 балла, 31 тысяча пробег на автомобиле. 1 миллион 615 тысяч рублей. Сонары, круговой обзор, модула, оптика, туманки, литье 16, датчик безопасности. Ну, клевый. Клевый автомобиль. Друзья мои, перед тем, как вы увидите стоимость автомобиля, прошу вас подписаться на канал, кто еще не подписан, перейти по ссылочкам, которые указаны под этим видео, и подписаться на другие мои аккаунты. Это Telegram, это Яндекс.Дзен. И это ВК. Прошу в обморок не падать, когда вы увидите стоимость автомобиля. 4,5 балла, пробег 6 тысяч, 2020 год. Ссылочки в описании под этим видео, ребят.
Вам не сложно? Вам не сложно. А мне очень приятно. Итак, давайте же посмотрим. Комплектация идет Home. 4,5 балла. Автомобиль был продан в августе месяце 23 числа. Сейчас я вам сделаю расчет по сегодняшнему курсу. За сколько обойдется этот автомобиль тому человеку, кто его приобрел, если его приобрели во Владивосток. Белый перламутровый цвет, хом по комплектации, а литья автомобиля нет. Минимальный пробег, руль идет обычный, пластиковый. Сиденья идут у нас с кожаными вставками, что спереди, что сзади. Обычная стоит магнитола. Есть фотография по низу автомобиля. Как складывается цена? А цена складывается, стоимость автомобиля в Японии, мы это видим на аукционном листе, плюс есть расходы по Японии. Это доставка автомобиля в порт, это фракт, да, мы знаем, какая доставка автомобиля в порт, то есть есть определенная сетка, по которому она считается, и вот здесь вас обманывают, друзья мои, сюда могут приписать и 200, и 300 тысяч йен. Итак, 1 миллион 260 тысяч йен. Сюда мы плюсуем расходы по Японии. Это 140 тысяч йен вместе с фрахтом. И внимание, получаем мы с вами 1 миллион 400 тысяч йен. Это будет инвойс. Это все расходы по Японии и доставка автомобиля до Владивостока. Умножаем на 67. Сегодня, ну, йен убрать копейки не будем. 938 тысяч рублей. Стоимость автомобиля в Японии, все расходы по Японии и доставка автомобиля до Владивостока. Пошлину на автомобиль просчитать элементарно просто. Кому надо, скину сайт. 235 тысяч рублей. И прибавляем сюда услуги брокера, прохождение лаборатории, перегоны, СВХ. Да, это 75 тысяч рублей. И внимание, 1 миллион 248 тысяч рублей обойдется автомобиль здесь, во Владивостоке. А разницу считаете сами. Есть две категории людей, которым надо сейчас, да, готовы прийти купить. Купят. Которые готовы сэкономить, подождать. Покажу вам еще один фит. Комплектация фитнес. Комплектация круче, и автомобиль, соответственно, будет дороже. 4,5 балла, 6 тысяч пробег. Продан автомобиль в Японии за 1 миллион 405 тысяч йен. Йен продан 23 августа. Итак, процесс тот же самый. Знаем стоимость автомобиля в Японии. Знаем, расходы по Японии, здесь они составили 135 тысяч рублей. 1 миллион 540 тысяч йен, инвойс по Японии. Никаких доплат здесь не будет. 67 курс йены, итого инвойс в рублях 1 миллион 31 800 рублей. Прибавляем пошлину, тоже та же самая пошлина, 235 тысяч рублей. И те же самые услуги брокера, это 75 тысяч рублей. 76 я написал. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Внимание, 1 342 тысячи 800 рублей. Обойдется вам вот такой вот фит в городе Владивосток, если мы его купим по такой стоимости. Напоминаю, мы можем машину купить чуть-чуть подешевле, можем купить машину чуть-чуть подороже. 4,5 балла, идеальнейшее состояние кузова, модный, с ледовскими фарами, на литье. Что тут рассказывать, ребят? Магнитола у него крутая. Шикарный автомобиль, согласитесь? Давайте смотрим дальше, что у нас продается на рынке, по какой стоимости. Друзья мои, еще момент, смотрите, когда идет поиск автомобиля под ключ, если машина не находится на авторынке «Зеленый угол», то обязательно машину ищем по городу Владивостока. То есть нет такого, да, то что вы останетесь без автомобиля. Да и вообще, в принципе, такого не бывает. Почему? Потому что когда берется поиск автомобиля под ключ, да, я уверен, что мы машину найдем, все параметры, все детали по автомобилю мы с вами обговариваем. Так, ну что вам еще показать по ценам? Вот, пожалуйста, стоит перед нами. Это Toyota Aleon, стоит он 1 миллион 700 тысяч рублей. Тоже сделаем сравнение с Японией. Значит, что мы здесь имеем? Мы имеем нештатное литье, летняя резина, свежий кузов, бордовый цвет. Цвет идет, конечно же, на любителя. Кстати, в Японии цена разная, да, вплоть до цвета. Итак,
Алион, 18 год. Это идет 1,8 литра, 4 балла, 4 ВД. Стоимость автомобиля 1 миллион 700 тысяч рублей. Пробег на автомобиле 117 тысяч километров. Но опять же, мы здесь имеем раз, два. Мы здесь имеем два краска. Сейчас я вам посчитаю премию. Премию. Продано автомобиль в августе месяце, 8 числа. 4 балла, ББ. Чистый аукционный лист, косяков никаких нет. Друзья мои, машины нужно покупать только после перевода аукционного листа. Это очень важно, очень важно. Не вздумайте покупать машину, если вам там кто-то что-то говорит, а такие деятели есть, без перевода. Всегда просите, всегда запрашивайте. Два ключа автомобиля, темный салон, система безопасности. Пробег 24 тысячи на автомобиле. Если мы будем брать автомобиль с пробегом 100 тысяч и пару крашеных элементов, машина будет еще дешевле. Видим, это 1,8, автомобиль 4 ВД, 2018 года выпуска, продан в Японии за 1 миллион 152 тысячи иен. Система расчета здесь идет такая же. 1 миллион 152 тысячи иен. Мы прибавляем с вами расходы по Японии. Расходы по Японии составили здесь с этого аукциона 140 тысяч иен. Здесь будет пошлина на автомобиль больше. Прям на порядок, друзья мои, пошлина будет больше. На 100, но опять же, курс сегодняшний берем, там 67 без копеек. Так, и прибавляем, так, умножаем, прибавляем. Пошлина 656 тысяч на автомобиль. Прибавляем услуги брокера. И, внимание, получаем 1 миллион 596 тысяч 640 рублей. Стоимость автомобиля во Владивостоке на сегодняшний день. С пробегом 24 тысячи километров. Давайте покажу вам Кейкар, а то, знаете, показываем какие-то все дорогие машины, там седаны, полторашки и больше. Про маленькие автомобили тоже не нужно забывать. Итак, перед нами стоит Nissan Dayz, 2018 год, комплектация Highway Star, стоит он 830 тысяч рублей. Написано то, что автомобиль весь в заводском окрасе, пробег 68 тысяч. Highway Star — это идет максимальная комплектация. Такие машины берут, но берет либо начинающий водитель, да, чтобы научиться ездить, либо уже берут такие люди, у которых в семье есть несколько машин, которым просто хочется почувствовать себя небольшим, да, скажем так, на дороге. Ну, Dayz на самом деле довольно неплохой автомобиль. И смотрите, рядом у нас стоит еще один Dayz. Это уже комплектация идет. Не Highway Star, не максимальная. Он тоже идет 2018 года выпуска. Пробег на автомобиле 56 тысяч. Вся безопасность целая. Камера заднего хода есть. Аукцион, статистика, действующий ПТС. ПТС указан то, что он от июля месяца. Соответственно, машину можно приобрести без проблем. Никакие утиля вам, ни физику не придет. Стоимость автомобиля 680 тысяч рублей. Тоже вот на какой-то из этих автомобилей, я думаю, именно на Highway Star посчитаем, сколько обойдется автомобиль с аукционов Японии, сколько он будет стоить. Давайте посмотрим еще что-нибудь на этой стоянке, если указана где-нибудь цена. Так, ну, что-то с ценами, здесь беда, поэтому мы идем дальше, смотрим цены. Ну и возьмем мы с вами Nissan Dayz. Продан в августе месяце, 25 числа, 19 год, пробег 63 тысячи, 4 балла, целый идет кузов. Комплектация идет Highway Star X. Что у нас там с аукционником? Вон на номерах, обвесики, фары, линзы, на литишке, на номерах он. Климат-контроль, темный салон. Так, у него там даже руль, да, мультируль. Не знаю, японец чем-то что-то разобрал в багажнике. Он, смотрите, у нас даже фотографии днища есть автомобиля. Итак, 4 балла, пробег 62 тысячи рублей. Автомобиль продан в Японии за 443 тысячи йен. Йен 443 тысячи. Прибавляем сюда расходы по Японии. Они составили 120 тысяч йен. Так, неправильно, друзья мои. Сейчас все переделаем. Так, 443 плюс 120 тысяч йен. Плюс 120 тысяч йен. 563 тысячи йен.
делим на 100, умножаем на 60. 377 210 рублей, инвойс по Японии, все расходы по Японии. Пошлина. Пошлина. Брокер и стоимость автомобиля во Владивостоке. Друзья мои, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Что касается выбора автомобилей, есть выбор на авторынке, зеленый или нет, ребят, выбор есть. Автомобилей хватает, посмотри, хватает у нас даже китайцев. То есть, как бы, ну, китайцев начинают покупать, не знаю, что будет с ними дальше в плане надежности. Да, люди как? Люди видят, хапают, о, круто, о, ништяк. Что будет дальше, не знаю, с китайцами никогда дела не имел. А вообще, остальные японские автомобили, выбор просто огромный. То есть, машины есть все. Ну, как всегда, была такая категория автомобилей, которых очень мало. Допустим, мы берем с вами фрид, да? Вот фридов и до этого было мало, их сейчас мало. А самые популярные категории автомобилей, их очень много. Давайте посмотрим, перед нами стоит Suzuki Solo, автомобиль 2020 года выпуска. Это идет объем двигателя 1.2, стоимость автомобиля 1 080 000 рублей. Рядом стоит турбокс, 19 год, 1,5 литра, 1 260 000 рублей. Солио. Популярный автомобиль, комплектация здесь идет простая. Здесь идет удобная высокая посадка. Есть они максимальные комплектации, клевые, там прям такие супер навороченные. Здесь мы имеем кнопка старт, антиюз, корректор фар. Здесь идет корректор фар, ребят, это не влево-вправо, да, которые, ну, многие думают, что вы себе отрегулируете влево-вправо, да, почему? Потому что японские автомобили, у них всех галка бьет немножко влево, а корректор фар это вверх-вниз. Довольно много места, он идет без климата. Сверху есть бардачок, электродверь здесь идет одна. Лежит аукционный лист, автомобиль R-ка. Идет окрас по левой стороне, W2, идет окрас крышки багажника, пробег 47 тысяч. Вот, и смотрите, друзья мои, вот эти аукционы нужно переводить. Да, то есть объясняю, что это такое. Вот здесь замена у вас не указана. Вот здесь всего, скорее всего, будет указано то, что что-то в автомобиле менялось. Да, вот здесь 2 икса. И вообще, в принципе, когда вы покупаете автомобиль на аукционе Японии, не вздумайте покупать автомобиль без перевода аукционного листа. Если это машина 4WD, вы можете получить просто ржавый автомобиль. Вы можете получить, будет идти какое-то несоответствие аукционного листа. Почему? Потому что даже машина 4 балла на аукционе, смотришь, она у тебя идет вся целенькая. По переводу идут, указываются крашеные элементы. Кстати, вот здесь вот, смотрите, еще такая штука есть. Я вот не знаю, для чего этот ящик. Но если автомобиль идет гибридной версии, вот здесь установлена батарея. Ну, опять же, это одно название, а не батарея. И несмотря на это, даже вот такие малепусенькие батареечки, да, они попадают под санкции. Не батарейки попадают под санкции, а именно автомобили попадают под санкции. То есть такие машины вывести нельзя. Давайте посмотрим, что еще здесь есть на стоянке. Есть Toyota Rumi, такой вот, ну, знаете, цвет на любителя. Он без литья, боковые двери здесь идут сдвижные. Значит, 18 год, стоимость автомобиля 875 тысяч рублей. Объем двигателя здесь идет 1 литр, вариатор. У автомобиля сами открываются двери. Кстати, автомобиль реально очень удобный, да, в плане эксплуатации, в плане посадки. Посадка здесь тоже идет высокая. Второй ряд сидений здесь двигается, то есть тоже можно подрегулировать и как бы... Ну, короче говоря, удобно. То есть не в каждом седане, да в седане в принципе вообще. Ты вот так вот в развалочку в седане не сесть. Значит, эти автомобили есть не турбо, есть турбо. 18 год, 875 тысяч рублей. Посмотрим, может есть аукционный лист. Да, лежит аукционный лист. Видите, какая вот машина умная. Человек вышел с нее. Дверь сама закрывается автоматически. Итак, это тоже идет R, пробег 111 тысяч. 111 тысяч. Ну, пару окрасов есть, а дальше нужно смотреть.
Цена 2018 год, 875 тысяч рублей. Вот, но я больше чем уверен, что вот это аукционный лист, это идет родной аукционный лист. При покупке всегда проверяйте аукционные листы, ребят. Всегда. Вот, что тут еще есть интересного? Honda Fit Shuttle. 1,60. Стоимость автомобиля 1 060 000 рублей. Объем двигателя 1,3 литра. Привести как автомобиль можно. У него идет. Ну ладно, не надо открывать. Короче говоря, это идет клевая комплектация. Стоимость автомобиля 1 060 000 рублей. А пробег какой? Пробег надо смотреть, пробег надо искать. Пойдем дальше. Ребят, ну что, показал цены. Посравнивал, я думаю, вы разницу увидели, да, она очевидная. Вот, есть несколько категорий людей, точнее две, кому нужно прямо здесь и сейчас, которые готовы переплатить, а есть, которые готовы подождать и реально сэкономить. Все мои контакты указаны под этим видео в описании канала. Все.